Приветствую тех, кто смотрит мой канал. Сегодня 13 февраля 2019 года, и ко мне пришло письмо из Швеции. Давайте посмотрим, что внутри. О, здесь вот написано: спасибо за покупку, с наилучшими пожеланиями. И нарисовано, где монета находится. Упаковано очень хорошо. О. Внутри у нас вот такая вот монета. Данная монета относится к периоду правления королевы Юлианы, правившей с 1949 по 1980 годы в Нидерландах. Номинал монеты 1 гульден. Год 1964. Выпуск регулярный. Материал серебро 720 пробы. Гурт имеет надпись «God sie mit uns», что в переводе означает «С нами Бог», а также звездочки. Соотношение аверса к реверсу монетное, 180 градусов. Со стороны аверса вы можете увидеть изображение Юлианы и надпись «Юлиана Конинген дер Нидерланден», что означает «Юлиана королева Нидерландов». Со стороны реверса вы можете увидеть номинал монеты 1 гульден, год 1964, а также герб Нидерландов. Монету приобрел я 28 января 2019 года. Цена ее составила $4.24. Доставка осуществлялась чуть более 3 недель. Покупкой остался доволен. Если вам понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всего доброго!